нам, тем, кто не боится быть самим собой, я написал, а все так, Юрию Шевчуку, музыканту, и молодой гвардии Единой России под руководством все знают кого. Сколько колкостей и злости, и нестильной мглы, в глыбу Бога, как в компостер, гномы тыкали. Лгали, жалили обильно, били ломом вдых, выдох боли глыбы стильно, гном омел наряды их. Лгали, жалили обильно, били ломом вдых, выдох глыбы не стерильно, стильно мел наряды. Бреды гномов в мир фантомов, беспонтовом часть, грязь и язвы в свет искомый направляли бы часть. Власть отрепья, яды вепря, пряной лжи углы, глыба Бога строго терпит и питает файлы. Власть отрепья, яды вепря, пряной лжи углы, глыба Бога строго терпит и питает файлы. Чтобы гномы, злоприпоны в глубинной стране не чинили и бароны не были на троне. Чтобы в гноме кроме мести стиль тех глыбин жил, чтобы Линна с Богом вместе мегаглыб размножил. Чтобы в гноме кроме мести и стиль тех глыбин жил, чтоб Линна с Богом вместе мегаглыб родил. Все!